12 копий уникальных планов города над Бугом, оригиналы которых находятся в Центральном архиве старинных актов Варшавы, были переданы в дар Музею истории областного центра Брещины. Это стало возможным благодаря сотрудничеству учреждения культуры с Генеральным консульством Республики Польша в Бресте. Данный совместный проект первый, но он является важным этапом на пути к плодотворному международному сотрудничеству в сфере музейной деятельности. Надеемся, что переданные планы помогут лучше познакомиться с историей этого города не только знатоком и заинтересованным историей, но тоже обычным посетителям музея. Планы, представленные в рамках открывшейся экспозиции, позволяют узнать местоположение на территории старого города и современной крепости наиболее значимых архитектурных сооружений – замка, ратуши, костелов, монастырей и площадей. Благодаря экспонатам посетители смогут представить, как выглядел или мог бы выглядеть город над Бугом 2 века назад. Самый ранний план датирован 1802 годом. Планы и карты – это настолько интереснейший документальный материал. Это огромный просто кладезь информации. И это, я думаю, будет вот такие открытия, каждый план – это открытие и для исследователей, и для ученых, и для историков, и для студентов, и вообще для людей, интересующихся историей. Экспонаты, пополнившие фонды музея – настоящий подарок к важной дате – тысячелетию областного центра. Благодаря усилиям людей, увлеченных и неравнодушных, в Брест постепенно возвращаются утраченные в силу внешних факторов и причин художественные ценности и важные исторические документы. Они позволяют глубже изучить ход развития города и почувствовать ритм его уже почти тысячелетней жизни.